Еще одну весьма востребованную государственную услугу граждане отныне могут получать без привычного стояния в очередях. В частности, жители Подмосковья, в том числе и нашего Ленинского района, теперь могут подать документы на регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней заочно на интернет-портале госуслуг. Ранее такая возможность была доступна только для юридических лиц, например, застройщиков, оформлявших документы участников долевого строительства. Всем остальным приходилось по старинке подавать документы в бумажном виде. Теперь их можно самостоятельно отсканировать и отправить на регистрацию. Хотя МФЦ работает без привычного стояния в очередях, все же на это требовалось потратить определенное время. Процедура регистрации, государственная регистрация права на объекты недвижимости, она существует. Но в рамках вот этой кампании Московская область, она была упрощена до максимальных вот здравомыслящих размеров. У нас в Ленинском районе функционирует прекрасный многофункциональный центр. То есть вот любая услуга, которая должна быть оказана, она, собственно говоря, безусловно оказывается. После подачи документов в электронном виде через портал заявитель получает пин-код. В любое удобное для заявителя время он может прийти в МФЦ и в терминале электронной очереди, введя пин-код, воспользоваться услугой без очереди. Это позволит сократить время ожидания, поскольку для оформления пакета документов требуется сканирование, которое занимает значительное время операторов. А в данном случае документы уже будут предоставлены в электронном виде. Кроме этого, услуга предусматривает проверку полноты комплекта документов и сверку их с подлинниками сразу при получении. Для получения свидетельства никуда идти уже не потребуется. Поскольку свидетельство о собственности в том виде, в котором мы привыкли их видеть, отменили, то сейчас достаточно выписки из Единого государственного реестра правообладателя, поэтому ее можно получить. То есть можно по электронной почте, можно по почте через Почту России, собственно говоря, можно прийти в МФЦ в удобное время, поскольку график работы совершенно, то есть благоприятный для любого посещения. Удобство подобной услуги уже оценили многие жители Ленинского района, но в связи с тем, что не все еще привыкли работать с интернетом, большинство документов все же подается в бумажном виде.